Все внимание поклонников, СМИ и экспертов весь текущий месяц будет сосредоточено на предстоящей коронации Карла III и королевы Камиллы. Торжество состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве, но еще задолго до мероприятия обговаривается участие каждого представителя семьи в данном процессе. Недавно стало известно, что леди Луиза Виндзор не будет приветствовать публику с балкона Букингемского дворца в день коронации Карла III, так как она не является работающим членом монаршей семьи. Такое же правило действует и для ее брата Джеймса, графа Уэссекского. К слову, похожая ситуация произошла и на платиновом юбилее королевы, принц Гарри и Меган Маркль, которые приехали из Калифорнии в Великобританию на торжественный парад Trooping the Colour, не встречали публику вместе с главными представителями королевской семьи, так как они отказались от своих обязанностей и статуса. А среди тех, кто примет участие в традиционном приветствии, будут принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Джордж, Луи и принцесса Шарлотта, а также брат короля принц Эдуард и его супруга Софи, герцогиня Эдинбургская, которые по совместительству являются родителями леди Луизы и Джеймса.